Друзья, всем здравствуйте, я продолжаю рубрику реакции, вам эта рубрика нравится, я смотрю по соотношению лайков, просмотров, и я для вас готовлю разный материал, реакция на мои старые ролики, на мои старые стримы, которые уже нету в общем доступе, которые вы не сможете посмотреть, но я их могу откопать с архива, так сказать, и показать вам какие-то интересные моменты. Готовится материал, у меня уже есть там разные ролики, надо их теперь все смонтировать, также есть разные неудачные дубли, ну, неудачные дубли, я думаю, заливать на Holdic Stream. На Holdic Stream вообще сейчас, ребята, будет постоянно загружаться контент с нарезкой моих стримов. Кто не успевает посмотреть мои стримчанские ночи, потому что они в основном поздно, будете смотреть их на моем Holdic Stream канале. Ссылка есть в описании, если вам интересно. Там сейчас будет ежедневно, ну, может не ежедневно, через день выпускаться ролики с нарезкой моих стримов. У меня появился монтажер, который будет этим активно заниматься. В общем, ссылка, если что, в описании. А сегодня, ребята, я хочу посмотреть свои старые ролики, точнее первый, самый мой первый видосик на реакцию мою Brawl Stars. То есть первый раз играю в Brawl Stars. Вот этот видос, он собрал 250 тысяч просмотров. На то время таких просмотров не было. Он где-то на то время собрал, я не помню, где-то 30 тысяч. Тогда Brawl Stars никто не смотрел, как видим, активно снимал рояль. Вообще, я так рад, что это все у меня есть, что у меня есть канал, я могу посмотреть свои старые ролики. Это было 11 месяцев назад. Блин, год прошел. Каналу моему уже больше 3 лет, блин, это очень много, и я меняюсь в это время, мне интересно смотреть мой старый контент. Ребят, поставьте лайк, если вам тоже хоть немного нравится смотреть мои реакции. Если этот ролик соберет, давайте, 20 тысяч лайков, я сделаю нарезку с моих старых стримов. И, возможно, еще какие-то реакции на, может, выпадение легендарки, первую лигу там покажу, какая мне выпала, открытие сундуков, каким вообще был Brawl Stars до релиза. Но это надо много лайков, если хотите. Итак, ставьте лайки. С вас лайки, с меня реакции. В общем, приступаем к просмотру самого первого моего ролика по Brawl Stars. Но для начала, ребятки, рекламная пауза. Приятного аппетита, кто кушает, и приятного просмотра. Поехали! Поехали, мой первый видос по Brawl Stars, я тогда... Пускайся играть. Я тогда вообще ничего не знал, Brawl Stars появился еще год до релиза, как год до релиза, и мои бустеры с Brawl Stars, мои друзья, коллеги играли в него, и, естественно, они уже были знакомы с этой игрой, и они меня сейчас учили в эту игру играть, хотя я давно собирался в нее зайти, но, помню, все откладывал на потом, релиза нет, игра, у игры нет будущего и бла-бла-бла. Ну вот я решился зайти в игру. Смотрим. Это угар, мне самому интересно, капец. Год назад. Суперселл, и это Brawl Stars. Спустя год, холд. Блин, сейчас, секундочку, я сделаю чуть-чуть экран, чтобы вам было лучше видно. Давайте я чуть-чуть перемещу все это. Оп, 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 оп. Все, поехали. Качал Brawl Stars на iOS, когда уже все уже здесь прокачались, уже сидят высоко по кубкам. Выбили все легендарки тут без меня, прокачали все карты без меня. Рамочки мне тогда не было. А, посмотрите, Brawl Stars тогда был немножечко другим, и это уже обновленный Brawl Stars. И вот я решил ворваться в Brawl Stars и нагибать здесь тоже разные менюшка, игроков. Видите, другая. Собрал еще два моих тиммейта, которых я буду сегодня тащить. Прошу любить и жаловать. Ход Наркот и Токеринка. Токеринка, ДДНЛ. Привет. Итак, сейчас я буду учиться играть в Brawl Stars, и мне в этом помогут мои соратники по цеху. Почем? По Discord. Мы уже добавились друг друга в друзья. Я сразу хочу вам сказать, что я не умею играть в Brawl Stars. Я не знаю ничего здесь. Поэтому... Прошел год, ничего не изменилось. Холдик до сих пор не умеет играть в Brawl Stars. Поэтому это такое ознакомительное будет видео. Посмотрите, поэтому... какой был магазин, ребята, раньше. Какие акции были, мегабоксы, посмотрите, какие были. И, кстати, это еще не все на самом деле. Я могу вам, ну, и вообще... показать, какой Brawl Stars был еще до этого. То есть он настолько древний, что раньше он был вертикальным. Это сейчас он горизонтальный для вас привычный, да? Ну, смотрим. Менюшка, видите, слева. Ролик, можете его вырубить. Кому интересно, смотрите и напишите в комментариях, продолжать снимать Brawl Stars или же нет. Кстати, если ты тоже хочешь играть в Brawl Stars, но не знаешь, как его скачать, и тебе непонятно, как объяснили другие, я ставлю ссылочку на группу свою в описании. Там будет подробный пост, как скачать на Android, как скачать. Давайте на это пропустим. Чат, пацаны, что делать? Что нажимать? Какого броулера брать? Броулера, броулера. Посмотрите, какие иконки были. Это сейчас уже прорисовали, более они такие 3D-шные стали. А тогда это какой-то стиль аниме был. Погоди, какой батл? Давай мы выберем мне персонажа, во-первых. Что тут? Самое сильное это легендарки, да?
Нет, не обязательно, ты что? Они все тут равные, но просто там. Я хочу спика. Я хочу себе спика взять. Как его? Спика! Спика! Спика это просто полная дичь. А Сроу? Мне не понравился. Сроу! Вы слышали, что сказал кот? Спик это полная дичь. Ты офигел, что ли? Спайк это как был имбой тогда и сейчас имба. Ну, кот, он воробофил, он до сих пор на вороне катает, ему нравится. Ой, воробофил, воронофил. Ну, для меня имбовая дичняга. Хорошо, у меня есть, короче, Ниташ, Шеллу, Колт, Брок, Джессие. Ну, я рофлю. Естественно, я понимаю, что это Шелли, просто прикалываюсь. А, стоп, я еще выбил Ричошет. Ваня, ты всех идеально называешь, просто идеальнейший. Погнали в каточку, друзья. Смотрите, если у меня мало хп, я должен убегать и ныкаться, хилиться, да, автоматически? Посмотрите, какие кусты были раньше. А где я вообще? А, о, вижу. Блин, а, слушай, офигеть. Я... Такое ощущение, что в Тетрис играю. Почему я умер? Блин, наверное, меня не слышно, когда там я разговариваю. Такое ощущение, что в Тетрис играешь, да? Посмотри, такое на приставке в игру, Марио какое-то. Графика, она, блин, 2090-х какая-то. Это, короче... Ну, это бета. Я сейчас все правильно понимаю? У них 6 кристаллов. Ульта у Спайка, чекайте, какая была. У нас 0. Да. Так, Шелли смешная такая. Все, у нас в команде есть один кристалл, и его взял я. Заметьте, кто играл год? Тыкеринг играл год в этот Brawl Stars, и ни одного кристаллика еще не подобрал. Я играю первый день, и уже кристалл взял. Тихо, оп. Кристалл. Ля. Вот кристалл, я возьму. Так. По-моему, еще кот не был ютубером в то время. Мне кажется, они выигрывают. Вам тоже так кажется? Ребят, у меня есть ульта. Я сейчас ультану. На. Нормально? Мы что, проиграли? Нет. Посмотрите, какой Мортис был. Попытка номер 2 затащить. Я, в принципе, понял, что надо делать. Надо выигрывать, поэтому поехали. Теперь в этот раз будет все посерьезней. Итак, значит, ульту нужно использовать, когда... Вот, кристаллы. Бля, меня так прикалывает моя рамка, блядь. Просто фон какой-то, спайк обрезанный, вебка такая корявая. Нужно брать. Музычка еще такая веселая, не знаю, слышно вам музычку или нет. Я убегаю. А если я умру, что я теряю? У тебя кристаллов нету. А, я теряю кристалл, я понял. Ну, защищай меня. Ну, о, видал? Это сделал я. А если у меня больше кристаллов, мне больше ключей дадут? Кот-наркот, пожалуйста, не прожимай так сильно на экран. Это очень сильно слышно нам на видосе. Ну, за тобой там... Слушай, мне эта игра напоминает Доту. Доту! Я говорил уже давно, что это, ну, похоже очень на Доту. Я играю в Доту сейчас. Ультанул. Да пипец, прям Дота. Давай. Оп. Ну, эти похуже играют, да? Смотрите, мы 7 кристаллов уже нафармили. Ну, правильно. Это потому, что я получше играю. По-моему, я больше всех собрал. Я не понимаю, кто... Давайте ШД. И это снова победа, да? Посмотрите, какая менюшка была. Внизу были боксы, слева была вот это меню кланов, друзей, бравлеров, магазинов. Ну, то есть, посмотрите, какая команда была раньше. Все было на английском языке. То есть... Да. Так круто, что это можно посмотреть и вспомнить. Но на самом деле был Brawl Stars еще и до этого древнее, чем вот сейчас мы смотрим. То есть, он был еще старее. То есть... Вот это я уже играю в обновленную игру, чтобы вы понимали. Ну что? Давай. Так, это у нас, смотрите, режим. Сейф. Я начинаю выкупать эту всю движуху, как тут тащить. Бро, какой, боже. Мне надо будет зайти потом в магазин, приодеться, потому что, ну пипец, у меня голый персонаж. Ну, магазин, приодеться. Карточки теперь собираем? Или что? Что, какая сейчас, какая цель игры у нас? Ты видишь время сверху, да? Да, вижу. Блин, так прикольно играть, смотреть, когда ты первый раз играешь, сейчас ты понимаешь, что надо делать, а тогда ты как обезьяна, а чё, куда нажимать вообще, что происходит, почему меня убили, почему я не попал, что собирать, какой смысл игры, как здесь победить, почему они куча вопросов. Когда они уходят, да, подальше. Ты знаешь, это как в этом, понял? А я ШД представляю, мы будем играть? С каким выражением лица сидят сейчас люди, которые играют в Brawl Stars уже на высоких трофеях и видят мои комментарии и мой боединок. Я не знаю, вот сейчас и посмотрим, когда выложу этот видос, я посмотрю на реакцию зрителей. Это угар.
Просто посмотрите на эту игру. Я не умею депать. Я вообще в первый день в этой игре. Смотри. Меня... Это уже с нами в команде Спайк, легендарка. Сейчас, только создавать клан как-то не камильфо. Хотя, почему? Пускай как раз посмотрим, сколько роликов... Вот клан. А, это... Сколько зрителей до конца ролик смотрят. Куда нажимаем? Популярные кланы. Я... Рекьюрет. Вот в этот момент создался холдик элит. Троп... Троп... В этот момент, год назад. Ноль. Да, сколько ставит рекьюрит троп хиз? Ноль. Давай ноль. Тупе опен и крете. Вступайте, welcome, друзья. Холдик элит. Я точно нажимаю серчи, как писать клан. Я плохо understand по инглишу, поэтому вы меня не судите строго. Я боксы, видите, были другие. Подписывайтесь. И если вам ролик по Brawl Stars понравился, кликайте лайк. Если не хотите ролика по Brawl Stars, то не хотите дальше. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока. Тот момент еще реально люди не хотели Brawl Stars, они хотели больше рояля. Тогда не было релиза, это было 2 сентября 2018 года. То есть, ребята, через месяц уже, это будет ровно год назад, как я снял первый ролик по БСке. Я создал свой клан. Ну, такая вот тема, ребята. Если вам нравится вообще рубрика реакции, у меня много разного интересного материала, который я сам пересматриваю иногда и с такой ностальгией смотрю. Эх, было время. Вот я понимаю, что вам и больше, наверное, каточки нравятся, такой онлайн-контент, но есть те люди, которые, допустим, поддерживают разговорные какие-то ролики, вот подобные, ностальгические ролики, не знаю. Поддержите, поставьте лайк, если смысл мне дальше что-то подобное снимать. Вот, какие-то, может, истории рассказывать про канал, включить какой-то стрим, воспоминания. Ну, может, будет кому-то интересно познакомиться больше с моим каналом, но олды, возможно, проностальгируют, а ньюфаги, они просто познают что-то новое. Ну, там, про меня, про старые стримы, еще что-то, про старые ролики по Clash of Clans, по роялю, еще что-то. И вообще реакции. В общем, ребят, поддерживайте. Не знаю, как вам этот ролик, посмотрим. Блин, ну я, конечно, смотрю, и это такой кайф, когда ты смотришь то, что было год назад, а сейчас уже вот ты играешь, у тебя уже 2 аккаунта, уже куча подписчиков увеличилось в то время. Не знаю, у меня было где-то 600 тысяч подписчиков, сейчас уже 1 600 000. То есть на 1 000 000 подписчиков увеличилось за год. Капец. Время так идет, и так хочется иногда сесть и поговорить с вами. Но поговорим мы с вами на стриме, как вчера, допустим. Те, кто были на стриме, помнят нашу беседу такую. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Если вам нравятся такие темы, то поддержите лайкосом. Ребят, спасибо, что есть, спасибо, что смотрите. Увидимся скоро, еще будут сегодня ролики. Всем до новых встреч, и всем пока.